Сегодня 20 декабря. Сегодня вот такой вот лес. Мы заехали сюда по пути. И вдруг мы нашли красивые грибы. Лопастники. Мы их сняли. Очень крупные, интересные, свежезамороженные. Ну ничего. А вот это очень красивые трутовики. Русский гриб, трутовик. Так их называют японцы. Они очень любят эти грибы. Из них они делают лекарства для похудения. У них их нет. А у нас можно заняться бизнесом. Взять, набрать этих грибов в море и отвезти их в Китай. Это будет очень круто. Ну ладно, кто-нибудь когда-нибудь найдется и для такого мероприятия. А мы пока только полюбуемся на них. Очень круто. Очень красиво.